Ай-я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 й
Мамкина. У жителей этой улицы накопилось куча проблем. Проблема номер один – это детская площадка, которую никто не расчищает от снега. Добраться до качелей по таким сугробам детишкам ну просто невозможно. Проблема номер два – это отсутствие уличного освещения. Со стороны Зянкина иду. Вот машины тут двигаются, люди полные кинуты. Пытаются добраться до своих мест. Дмитрий надеется, что службы, ответственные и за уличное освещение, и за уборку снега, увидят этот сюжет и как можно скорее предпримут хоть какие-то действия. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!